Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ивент, конечно же. Как же мы без него? Без родного нашего, да? Ну что, День Святого Валентина, как ты видишь, сердечки. Везде усыпано все лепестками роз. Это у нас купидоны замороженные, я смотрю, стоят. Так, ну что... О, картошечка, ну-ка. Растопим. И вот так еще. Эй-эй-эй-эй, правильно, правильно. Так, давай сюда поставим, наверное. Сюда. И сюда. Мне вот этот зомби не совсем нравится, если честно. Блин. Давай вот так, наверное, сделаем. И вот так. Нафиг я поставил его так далеко, а? Скажи-ка мне на милость. Ну-ка. Так, а если мы вот это вот растопим? Купидончики, а? Давай-давай-давай, бомбим их. Так, слушай, он идет. Вот не надо только вот этих вот толкунчиков, пожалуйста. Не надо мне их здесь. Я так и думал, что выйдут вот эти вот зомби и начнут толкать, а? Ребят. Ай-яй-яй. Это очень плохо. Блин, что делать-то будем? Я даже не знаю. Растапливать, наверное. Как вариант. Блин, да они там достали уже, ты посмотри. Толкают и толкают, толкают и толкают. И... этого нет конца и края. Я предлагаю сделать вот так, ребят. Норм? Норм. Блин, ну вот куда ты прешь, а? Хотя вроде справляются, смотри-ка. Давай-ка вот здесь растопим. Да еще и вот так сделаем с тобой. Оу. Стопы. Всех правильно в хлам их, чтобы одни ошметки остались. Но, в принципе, ребята, мне ивент понравился. Довольно неплохой. Напряженный чуть-чуть, но все-таки. Так, давай смотреть, что нам здесь выпадет с собой. Три яблочные мортиры, три дези и 1000 голды. Окей. Так, с вашего позволения, я еще разочек переиграю. Ну что, я готов. Поехали. Тут даже можно, наверное, ускорить процесс. Тут не так уж все сложно. Как ты уже, наверное, догадался, да? Так, посмотрим, сможет ли он справиться один. Сможет, тем более на изи. Окей. Ну давай, давай. Блин, вот это, конечно, плохо. С ним такой справитесь? По идее, должны, ребят. Эй-э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 й. Ну-ка. Нормуль. Так, растапливаем. Выставляем сюда. Сюда, короче. Везде. Этих нужно растапливать. А это толкает. Посмотри, что делает, а? Толкунок несчастный. Ну, в принципе, тут, ребят, победа за нами. Другого варианта и быть не может. Так, тихо-тихо-тихо. Давай так сделаем с тобой. Может, еще разок. И даже еще разок. Все равно, ребята, эти удобрения надо было куда-то тратить. Так, что у нас тут? Ага. Вот даже как. И 1500 голды. Ну что ж, неплохо.
Так, теперь давай посмотрим, что у нас еще. Какие-нибудь квесты. Так, во-первых, чего? Есть у нас тут с тобой... Да что ты будешь... Что это такое-то? 6... А, до сих пор еще не откатилось? Ты видишь, какой костюмчик? У Цитрона. На голове миксер. Да, на голове миксер. Смотрится довольно мило. Окей, здесь ничего хорошего для нас нету. Ну что, тогда остается Пенни Пурсуит, да, у нас с тобой. Так, а здесь-то что? Забрали гемы. Окей. Ух ты. Ребятушки, у нас есть с вами ивент. Поехали. Че, как говорится, ждать, да? Надо сразу приступать к боевке. Заодно и посмотрим, кто и что. Ух. Космические зомби, да? Зомби будущего. Давай, Цитрон. Копи свою бамбучу. Не-не-не-не-не-не-не. Не надо, не надо сюда лезть. Блин, как же. Эть. Блин, они, наверное. Да что ты делаешь-то? Погоди, я... А как я должен... Это мне совсем не нравится. Ну и что я сделал? Выкидываем их отсюда, к ядрене фени. Нет, погоди, ну ладно, одного мы с тобой... Что-то тут как-то сразу сложно началось. Тут... С чего вдруг? Такая сложнота-то, эй. Бро. Объясни мне, пожалуйста. Ну-ка, выруби эту фиговину там всю. Ну ничего себе. А хо-хо, не хо-хо, уже поперли, поперли. Ты посмотри. Применяем, ребята. Уйди ты. Так. Вырубаем. Активируем. Вот это я понимаю. Так, еще активируем. Твою же налево, эти еще идут. Ты посмотри, а как... Где мои супер-пупер удобрения? Эй! Эй! Ну-ка, хотя бы так вырубить на... пока на время, ребят, да? Вот оно, спасибо тебе большое за удобряшку. Поехали. Офигеть. Без трат никак не обошлось. И это первый уровень. Что-то как-то жестко мне показалось, ребят. Не знаю, как дальше у нас пойдут дела. Понимаешь, если бы были бы растения под удобрением, у меня было бы... Воу. Там мак плюс эти с курицами. И это, кстати, не очень хорошо. Ну и что вот мне дали вот эту вот трихомудию. Вообще не айс. Просто, ребят, вообще не айс. Ну, предположим. Этих надо обязательно, ребят, переманивать. Обязательно. Иначе будет такая тут взбучка. Вот как здесь, в данный момент. Так, давай. Врубаем. Да-да-да-да-да, правильно, уходите отсюда.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это вот люто получается-то. Вы бы дали бы мне хоть шипы или что-нибудь в этом роде. Без шипов-то здесь фиговенько на самом деле. Блин, у меня осталось очень-очень мало финансов. Очень. 4000 голды. Всего-то лишь. Ё-моё, эти плевальщики могил тут появились. Давай-давай, магов, правильно. Ну, вроде справились. Но денег маловато осталось. А еще 3 миссии надо проходить. 3. Попробуем выстоять. Все, все спущу, но пройду я этот ивент, наверное, сегодня. Они сегодня не пройдут, так в следующий раз точно. О, там зомби-танцор с волной. Он же, когда бьет гитарой по земле, идет волна, ребята. И причем очень большая волна. О, у меня есть стали. Ну, хоть на этом спасибо. Сталя мне здесь очень хорошо зайдет. Поверь мне. Стали это вообще чётенько. Смотри. Всех замедлим. Пока они там будут замедляться, мы с тобой сможем позахватывать как можно больше зомбарей. Во-во-во, идет, идет. Давай так вот. Так, а вот летуны-то здесь как раз и не нужны. Ну-ка. Вот так вот всем. Вот это правильно, вот это правильно. Зомбарь побежал. И отсюда. Вон он бомбит своих. Это вообще великолепно, когда он так делает. Стали нам в помощь. Так, еще один, да, идет? Еще один зомбарь. Гаргантюа. Музыкант. Так, ну мы можем что сделать с тобой? Вот так вот. Как вариантик. Кинуть их всех. Ну куда вы, куда вы, куда, куда вы тут подошли уже? Делать вам что ли нечего больше? Эй! Блин, а этим-то по барабану на масло-то, да? А вот так вот, ать. Так-то им не по барабану. Все шикарно. Пока все под контролем, друзья мои. Надо сделать вот так вот. Слушай, ну у нас две удобряшки. Так что мы сейчас можем, как только они отойдут, еще раз вот так сделать. Этих отсюда откинуть. И все. Практически все зомби за нас. Вот и победушка. Тут я, слава богу, не потратил ни копейки. Но это благодаря тому, что у нас была сталия. Сталия под удобрением. Ну что, четвертая миссия. Давай смотреть, что тут у нас. Так, показывай давай. Блин, там динозавр. Там еще и динозавр, ко всему прочему. Ладно. Тут быть-то. Энкэмэн. Сейчас будет тут такой кэмэн. Да ладно. Из будущего, да? Явились, не запылились. Явились, не запылились. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Правильно, туда их всех, туда. Блин, вот это плохо. Вот это плохо, пришли.
Так, что мы можем с тобой сделать? Вот так вот. Ну, как вариантик, да? Так, сюда. Опа, 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 опа. Активируем. Активируем. Так, орехи сюда выставим с тобой. И вот сюда. Что там? Там уже и гаргантюа едут, да? А что он? Он бежит, он не идет, ребят. Он прям, блин, так сказать, сломя голову, чешет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, есть ли от этого какой-нибудь толк, но мы прошли. Мы с тобой прошли. Так, подожди. Еще рано говорить, прошли. Видишь, там гаргантюаха бомбит. Все. Ну, слава богу, здесь тоже у нас все вроде бы нормуль получилось. Так, и последний, ребят. Что нам тут покажут сейчас? Ага, зомби-пираты. Ну, поехали, Каульпор. Так, внизу, да? Так, ну что, редук расчистили, это уже хорошо, ребят. Стали, о-о-о. Под удобряшкой, ну это вообще круто. Молодец, сразу рядок просто снесла и все. Зачем мелочиться, да? Правильно, так и надо. Сюда влепим. Сюда поставим с тобой орешек галактический. Отлично. Так, давайте там пожирайте друг друга. А я буду ставить везде цветную капусту. Ну что, влупим по полной. Да ладно. Вот и все. Пробили. Так, этот с бочкой идет. Его бы на нашу сторону бы переманить. Хе-хе-хе. Совсем другое дело. Так, сюда, наверное, бомбанем. Слушай, вот эти вот уже мне, в принципе, не нужны, да? Могилоеды. Хотя, если тут пойдут эти... Которые кости разбрасывают, а мне кажется, их здесь не будет. Да, их, скорее всего, здесь не будет. Слушай, ну тоже, благодаря Red Stinger мы с тобой здесь прошли довольно легко. Потому что он сразу, ты сам видел, да? Под удобрением, под ультой. И он, в принципе, нам здесь очень хорошо помог. Своим вот этим лучом прожаривает, и цветная капуста, соответственно, успевает переманить остальных всех на нашу сторону. То есть, получается, мы прошли с тобой, да? Ведь это был последний этап. Точно, комплит и наша награда, друзья мои. Так, 10 кокосовых пушек. Виолет. Высокий орех. Челебин. Угу, эндуриан. И все. Ну, так себе награда, если честно. Хотелось бы что-нибудь получше, посерьезнее. Так, ну что у нас еще остается? Ну, арена. Это, понятное дело, арена. И Пенни Пурсуит. Давай посмотрим, что у нас тут на Пенни. Так, мы что-то выполнили. Забираем с тобой гемы. Так, 5 штук забрали, да? Пенни Пурсуит. Посмотрим. Что у нас тут? Ох, а у нас тут новые задания, ребята. Новые. И разыгрывается цветная капуста.
Так, какой тут уровень зомби? Четвертый. Слушай, подожди, когда-ка я зайду на огород. Блин, четвертый уровень зомби, конечно. Ох ты, ох ты. Забираем. И здесь сажаем. Так, морковка. Взрывной рис. И орех. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Ну что, пойдем попробуем повоевать маленечко. Взять сразу вторую уровень, что ли, а? Ну тут, видишь, ускорение, блин, у них. Тут они медленнее будут идти. Ладно, давай посмотрим. В любом случае, у нас с тобой капуста уже цветная есть, так что ничего страшного. Так, что мы с тобой возьмем? Ну, давай вот этот, наверное. Ёлки ты палки, ничего себе там. О-о-о. Так, ну хорошо, что хоть подсолнух есть. Сейчас мы с тобой немножко здесь солнышек позарабатываем. Так, поехали. Еще давай сюда. Сюда поставим снэпдрагона. Снэпдрагон будет их тут жарить. Надеюсь, он будет их жарить. Справляется хоть? Непонятно. Чилибин. Да, так вот поставлю. Капуста. А капуста по барабану, да? Для этого. Для этой женщины-зомби. Поэтому чилибин здесь нам поможет. Так, чилибин. Окей, вставляем сюда. Сейчас эти ребята пойдут волной, жесткой волной, мне кажется, да, сейчас ломанутся. Пока везде поставим с тобой снапдрагонов и морковки. Так, тихо, тихо, тихо. Вот здесь вот не хватает. А можно вот так даже сделать. Не то сделал, ребят. Не то, не туда сделал. Блин. Что вы там себе позволяете? Не могу понять. Давай их оттолкнем, что ли? Не, вот так вот. Так будет эффективнее. Ага. Хорошо, а если мы сделаем вот таким вот образом? Так даже еще лучше. Ой-ой-ой-ой, куда это? Додумался, да, поставить подсолнух? Ну что, давай еще зарядим. Это, прикинь, первая сложность. Я не знаю, ребят, что будет, если проходить это все на последний. Это, наверное, будет люто. Это будет люто. Так, сколько там? Еще одна волна будет, да, впереди? Давай сюда морковку посадим. Так. Снапдраган. Пускай здесь стоит. Что-то такая музыка-то веселая, а? Понятно. Потому что тут вышли гаргантюа, да? Это повод, чтобы повеселиться, блин. Твою ж дивись, давай попробуем арбуз зарядить. Жестко. А черебин он не ест, да? Гаргантюа не ест черебины, он просто бомбит все тут на своем пути. В принципе, так и должно быть. Единственное, что мы его замораживаем, да? И в то же время снапдрагон, когда выпускает свой огонь, он его сразу оттаивает. То есть он то заморозится, то опять оттает. Ну, 600 монет мы с тобой выбили. Так уж и быть. И 5 гемов получили.
Давай посмотрим, что у нас тут. Ну, тут, естественно, только за деньги есть смысл драться, ребят. За гемы, ну, как бы неохота. Гемов у меня хватает, 200 штук есть. Че там, Пойсон? Что-то там связано с отравлением. Ага, тут я сам выбираю, да, значит? Ну, давай я возьму вот этот вот гриб. Так, сделаем. Тут, блин, жесткие ребята. Так, гипноз. Аки. Давай возьму Аки. А, и мину, мину, где мина? Блин, мина. А точно мина нужна? Может быть, вот это лучше взять? Даже не знаю. И, ну да, возьмем с тобой мину. А можно взять призрака. Но все-таки лучше мину. Я вижу обычную. А где у меня эта примитивная? Вот она. Все, вот такой у меня будет состав. Погнали. Так, что у меня есть? У меня есть электрический, да, есть Аки. Под ультой сразу же, который выходит гипногрип. Картошка у меня в очках такая, деловая. Так, давай, нет, не то. Вот этот вот подсолнух, пожалуйста, выставляем сюда. Все, первый ряд из подсолнухов у нас с тобой сделан. Все отлично. Так, теперь будем чередовать. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Если бы я знал, я бы здесь этого взял бы лучше, который могилы разрушает. Если честно, да? Ладно, попробуем простоять. Бумс. Отлично. Так, ну-ка. Слушай, ну здесь все на изи. Если бы я знал, что будет вот такой состав, можно было бы, наверное, взять и второго уровня сложности. Но, понимаешь, дело в том, что мои растения могли бы их и не убивать сразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, вы повылуплялись тут. Кто там, гаргантюахи, да? Почапали. Почапали, да. Так, секунду. Да все, тут уже, ребят, крышка. У них просто даже шансов нету здесь на победу. Смотри. Что мы тут с тобой вытворяем? Ну, все. Да. Ну, 800, как говорится, золотых тоже на дороге не валяется. Они нам пригодятся. Так, переходим с тобой на третий этап. И что у нас тут? Ту-ту-ту. Ну давай, я рискну, ребят. Я на свой страх и риск пошел. Посмотрим. Ну, сам понимаешь, это все очень сложно. Ох, ничего себе. Хм. Я не знаю, может быть, гипноз взять. Да, там лютые ребятульчики у нас. Хм. Так, смотри, что мне дали. Я даже не знаю, что из этого лучше всего. А что такая скорость у вас? Эй, ребятули. Может, не надо с такой скоростью-то?
Блин, пипец. Не-не-не-не-не-не-не, друзья, ну это куда это? Что это? Что это? Они меня разберут здесь. За милую душу. Понимаешь? Мне нельзя сколько? 19 растений потерять, да? Потери пошли. Потери пошли. Причем очень мощные. Ну-ка. Естественно, этот псих Гаргантюа начинает. Все, фейл, ребят. Да, тут, конечно. Нет, ребят, это не для меня. Это не мой уровень сложности. Ну ты посмотри, что творится-то. Посмотри сам. Нет, конечно же. Так-то, конечно, прикольно, но... Уровень. Посмотри, какой должен быть. Ой, жесткий. Жесткий, ребята, уровень. Да ладно. Не может быть. Я не знаю, как это получилось, ребят. Какой там уровень сложности это был у нас? Второй. Просто чудо какое-то. Так, ну что, мы тут с тобой еще выполнили, да, задание. Забираем 5 гемов. Так, и что же остается у нас с тобой? Только лишь арена. Только лишь... В плане. Это я что, так давно не заходил в игру? Да ну быть такого не может. У меня 10 перчаток, вы серьезно? Что вообще происходит? Скажи-ка мне на милость, а? Арчибальд, скажи вот мне на милость, почему я не получил вообще ничего? Ох, ё, вот это веселуха сейчас будет, ребят. Вот это сейчас будет веселуха. Да? Сейчас я тут... Что тут сделать? Я даже не знаю. Гипногрипп есть, это все есть. Вот. Если только вот так еще поставить. Все, ребят. А, нет, 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 нет. Давай-ка мы, наверное, лучше вот так вот сделаем. А, взрывные на них плохо действуют, говорят, да? На них действует пушка хорошо. А где у меня этот? Вот. Кактусы и пушки. А пушка у нас еще кто? Цитрон, по-моему, тоже? Нет. Цитрон не пушка. Кокос. Кокос, да. А ведь еще кто-то должен быть. Еще ведь кто-то был. Ага, вот. И вот. И вот. Так, смотри, что мы с тобой сейчас сделаем. Так. Блин, эти зомби меня бесят. Солнышко, ну, в принципе, все, ребят. Попробуем, да, наверное. Уж не знаю, что у нас тут получится с тобой, но посмотрим. Так. Даже не знаю, что сделать-то. Да ничего. Погнали. Отлично. Так. Рис. Гипноз. И мины. В собственном соку. Оп, меня уже переплюнули сразу. Меня уже сразу переплюнули, да? Еще не успели начать играть, уже все, ребят, уже...
почему-то меня сразу же... Тихо-тихо-тихо, блин, летуны. А вот как с летунами драться здесь, а? Вот, если он там летит, как, я не знаю, как супостат какой-то. Да вы серьезно, что ли, блин, сейчас, а? Я в шоке. Ну, блин, летающим пофиг. Для них вообще закон не писан, по-моему, да? Ну да. Им просто по барабану и все. Вот они проходят, пролетают. Там кто у нас? Там Гаргантюа идет. Ну-ка давай-ка накажем его. Надо что-то придумать против летающих. Я вот не знаю, что тут можно придумать, а? Как ты их собьешь? Да никак. Летит себе спокойненько и все. Не, ну это перебор. Вообще ничего не могу сделать. А, у нас, по-моему, эти бомбят, да? Которые на весиком, они же по ним попадают, по-моему. По-моему, попадают. Можно, кстати, именно катапульты, баллисты вот эти вот. Я могу, конечно, ошибаться. Я могу ошибаться, ребят. Ну что вы этих ханых тут набросали? Давай, без остановки. Что у нас там по очкам? Пока лидируем, да? Все, победа за нами. Ну, ты видишь его? Фига. Это же корнишон, по-моему, да, если не ошибаюсь я. Ну, 3000 голды я урвал. Ну что, давай еще. А партийку другую, да? Три пиньеты. В каком я месте там? Угу. Поехали. Давай посмотрим, что у нас за растение, которое может подбивать воздушные цели. Капуста, она может подбивать? Не знаю. Также не знаю, сможет ли типа... Вот, по-моему, все-таки призрак может, но он... Слабоват будет, да, против них? Твою ж налево. Пузырь вот этот, бабл, он, по-моему, может. Дейзи. Короче, давай сделаем следующим образом. Уберем вот это, поставим. Вот этого уберем, поставим, наверное, двойного, да? Близнецов. Летающие не могут пролететь через... Ну, а толку-то от этого? Кактус. Кактус тоже здесь особо не заходит. Может быть, вот это взять? Давай попробуем. Что у нас из этого получится всего? Давай быстрее. Так, посмотрим просто сейчас. Ну-ка, вот он летит. Да, ребята. Тьфу. Он уничтожает их на изи. Тут вообще даже разговаривать не о чем.
все просто круто. Так, тихо, мелкий. Ага. Стоп. Что ты бубнишь? Там что-то еще бубнит мне. Сделаем с тобой так. Проще парень на репа, ребят. Так, где-то там большой. Это ж мелкого этого завалили. Ну, падайте, чего там висите-то? Что зависит-то? Так вот. Оба. Так, подожди-ка, я возьму вот так, наверное, сделаю. Проверка. Подожди. Ведь он должен был... Почему он сработал-то? Не понял. Вот сейчас вот я юмора не понял. Тут-то... Блин, как они... Ведь эти же столы стоят. Они же должны были вроде бы как подбивать их. Нифига не получилось. Очень интересно. А я-то уж было надеялся, что все будет чин-чинарем. Но не тут-то было. Вот так вот. Хопа. Он хоть и маленький стал, да, но... Не знаю, здесь его подбили, там не подбиваем. Что происходит? Вот опять летит, а? Видишь? Ну, тут тоже победа за нами. Так, смотри. Ха. А он брал боулинг. Боулинг луковицы. Так, ну что у нас здесь в пинетах с тобой выпадет? О, виолет. И морковка. И лили-повар. Отлично, ребят. Так, ну что, наверное, мы с тобой попробуем сыграть сегодня до 8 пиньят. То есть это надо будет еще 2 боя выиграть. Я думаю, на ускорение сейчас мы с тобой сделаем. Джек. Да, на ускорение. Так будет оптимально. Я ставлю такую же колоду, в принципе. Ну, в принципе, нормально. Можно, конечно, взять привидение вместо вот этого. Вот так вот. Че, поехали? Попробуем. Let's rock. Ну, давай. Так, ускоримся, наверное, да, с тобой? Ну, олух идет первый. Так, вот выставим все это дело. Уменьшатор сразу поставим. Что-то не очень хорошо идут дела у нас. Ну-ка. Призрак, ты должен валить его. Блин, меня уже опередили, ребят. Что там? Брейн, мозги. Кричат мелкие холопы.
Эй-э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 й. Стопы, стопы, стопы. Куда, как, куда вы? И все, вот все равно проходит, а? Ну, хоть ты тут что делай, ребят? Но все равно проходит, а? Голодранцы, а? Уже как тут я не стараюсь, они все равно проходят. Так, попробуем. Они не уменьшаются, а только когда на землю попадают, да? Понял. Давай, 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 давай. Плющик там, плющик. Что, ребята, у меня уже залям очков. Я думаю, что мы тут, ну, плохо пойдем, а смотри-ка, как выровнялись. Не то, что выровнялись, а уже даже оторвались от нашего оппонента. И это круто. Почти на 800 тысяч мы улетели, урвали. Так, и это круто. Ну что, ребята, 6 конфет, и вот они, 8 пеньят. Как только мы их с собой получим, все, можно, в принципе, заканчивать эту серию. Так что давай, поехали. Давай, 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 линколь. Какой-то линколь. Все, let's rock. Поехали. Давай, давай. Не задерживай меня, да? Так, с кого там начинается? О, сейчас по-другому немножко пошло все, кстати. Ну-ка. Таким вот образом. Подрывчик такой небольшой, да, сразу же. Подрывчик, бамс. Подсолнух. Ну-ка. Так вот все разбросаем здесь. Уменьшатор поставим. Призрака. Вот так вот правильно их надо сдувать отсюда. Нечего им тут делать. Секундочку. Что, кто там еще закряхтел? Уменьшатор ставим, конечно же. Сразу призрака вот этого. И все. И все четенько у нас с тобой будет. Что-то там уже жрет этот. Так, уменьшатор. Блин, этот все равно... Не знаю, ребят, он пролетает и все. Правда, он ему голову отрубило, но он пролетел. Так, 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 так. Нет, все равно. Все равно, видишь, задели. Задели мои газонокосилочки, они сработали, естественно. Что-то противник мне прям на пятки наступает, если честно. Понимаешь? Вот он прям вот по пятам идет у меня. Это надо отрываться от этого дела. Тебе не кажется? Вообще, вот, вот нога в ногу идет, прикинь. Вот идет нога в ногу и все. Неровно секунду, он меня еще и перегонит где-нибудь на финише уже. Такое может быть, ребята. Нет, все-таки не удалось ему, да? И это круто. И это круто, потому что мы с тобой зарабатываем 8 пиньет. И давай смотреть, что же в них лежит. Ну-ка. Так, ну что, ледяная капелька. Дальше. Red Stinger.
Потом идет вишня. Так, ведьмочка Хейзел. Свекла. Гранат. В плане у меня... Ох ты! Друзья мои, по-моему, я открыл гранат себе. И не только гранат, еще и 30 хокус-крокус. Да? Точно. Итого у меня их 165. Надо еще, ну, соточку, грубо говоря. Соточку. Сколько там будет дней длиться у нас этот ивент еще? 17 дней. Я думаю, за 17 дней я... За 17 дней, я думаю, соточку... Тут полтишок, да, набьем. И, скорее всего, мне придется за гемы, наверное, ребята, покупать. За гемы это в плане как? Сейчас объясню. Вот, берешь 25, платишь. Потом, конечно, будет 30, наверное, стоить, да? 28. И 10 достается тебе. Так. И плюс еще одна. Как бы в подарок. И вот таким вот образом можно, ребята, приобретать потихоньку, потихоньку. И можно накопить. То есть 50 мы с тобой на арене заработаем, да? И 50 можно здесь вот спокойно выбить. Так, ну самое главное, сейчас хочу я открыть гранат. Это классно. Это меня радует, ребята. Надеюсь, я не ошибся. Гранат, ты где? Вот он. Да, друзья мои. Отлично. Ну, правда, первого уровня. Слушай, дамаг 1800. А сколько вот, например, 300? Так, что-нибудь такое посущественнее можно посмотреть? Дамаг 80. А сколько у граната? 1800? А тут 2800. А у этой бомбочки маленькой нашей картофельной, которая самая такая слабенькая. Так, тихо, тихо, вот 2250. Ну что я тебе скажу, для граната первого уровня 1800 дамага и плюс 3 на 3 клетки он разбрасывает свои споры. Это офигенно. Это офигенно, ребят. Ну что, дорогие друзья, смотрите, я уже на первом месте. На этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.